Главный экспонат. Краеведческий музей присоединился к футбольному празднику планеты. Там можно увидеть личные вещи двух известных барнаульских футболистов Александра Ерохина и Алексея Смертина. Оба игрока отдали в дар майки, в которых выступали за клуб и сборную страны. Футболка Алексея Смертина у нас хранится с начала 2000-х. Когда еще Алексей Смертин был капитаном сборной России по футболу. А личные вещи – это футболка игрока футбольного клуба «Зенит» и бутсы Ерохина. Сам Александр Ерохин передал нашему музею буквально пару месяцев назад. Белая с номером 4 принадлежит Алексею. Именно в ней наш парень Сулеймы отыграл несколько матчей за отечественную команду. Та, что бело-голубая с номером 21 Александров. В ней Ерохин защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга. Туда воспитанник барнаульской школы «Динамо» перешел прошлым летом. В итоге своей игрой Александр заслужил вызов в сборную, которая через несколько часов предстоит дать бой гостям из Саудовской Аравии. Правда, пока еще неизвестно, выйдет ли наш земляк в стартовом составе, да и есть ли он в заявке на матч. Помимо футболок, на выставке можно увидеть раритетные снимки барнаульского «Динамо» и атрибутику чемпионата мира. Вдвойне приятно, что в составе сборной будет играть наш земляк Александр Ерохин, который по совместительству является еще и моим одноклассником бывшим, поэтому я, естественно, не могу пропустить такое событие. И болеть, ну да, буду болеть за нашу сборную.